Всем привет, с вами При. Сегодня поговорим о теме снижения угрозы, а именно его показателя у танков в БФА. Конкретно уже в текущий момент за несколько недель до понижения угрозы у всех танков показатель срезали у танков ДК, рыцари смерти, ветки кровь, и друидов, ветки страж, медведей. С 900% до 300%. И уже начали первые мысли негативные об этом, что срежут ли показатели угрозы другим танкам. И в итоге относительно недавно, да, его подрезали. Примерно это будет чувствоваться как на модификаторе упрямый, но на самом деле чуточку попроще, потому что упрямый — это модификатор, который работает лишь одну или две недели раз в 12 недель. А чтобы он был всегда, это, во-первых, невыгодно с разных сторон, конкретно компании Blizzard. Если у вас есть аналитическая жилка, то вы прекрасно это поймете. Да и к тому же это было бы реально слишком сложно, и это крайне отпугивало бы новых игроков от этой роли. В итоге мы бы получили такой показатель, что танков было бы не особо много. Может, хватит уже орать? Ну тише ж ты, что ли? Ну иди ко мне. Ну сиди тогда, хорошо, только тихо. Так вот, самое-то главное то, что танкование как было идеальным, так и будет идеальным, если вы прекрасно будете нажимать свои кнопочки. Да, возможно, дамагерам все-таки придется подключать цель выбранной цели и бить конкретно по вашей цели. Соло-таргет с вас не сорвут. Это 100%. Скорее всего, снижение угрозы делаются лишь для той цели, чтобы не было ситуации, как в логове Лутариона, когда трэш, а именно камнишвыров, можно было бы кайтить через полинста, и они бы не наносили урон. Конкретно в Battle for Azeroth, если бы были подобные камнишвыры, скорее всего они будут, то просто-напросто агро сорвется, мобы встанут и начнут лупить белыми атаками по случайным участникам группы, что крайне негативно скажется на прохождении. Как-то такие мысли у меня примерно есть насчет этого. Не стоит пугаться, не стоит верить тем людям, которые льют вам экскременты в уши. Назову это так. Все будет хорошо. Это уж я вам как танк с 8-летним стажем говорю. Все будет хорошо, танки будут жить, дамагеры будут жить, агро не будут рвать, и все у всех будет хорошо. Да, кошечка моя? Даже она согласна с этим. Хотя ничего не понимает насчет этого. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Самое главное, еще и свои дамагерские души в скоро вышедшем дополнении Battle for Azeroth. Не болейте, ума вам побольше. До скорого.